Здравствуйте, товарищи рыболовы. Сегодняшний видеообзор хочу посвятить приманкам очень известной фирмы. Многие рыболовы пользуются теми или иными приманками от фирмы Lucky John. Продукция данной фирмы очень себя зарекомендовала с наилучшей стороны. Как правило, это съедобная резина. И вот в сегодняшнем видеообзоре будет такой вот слаг под названием S-Shed. Тело данной приманки напоминает какого-либо червя, ребристое тело, сужающееся к хвостовой части, и на хвосте имеет что-то подобие такой булавы, небольшое утолщение, также ребристое, и хвост в конце раздваивается. Не знаю, есть ли такие реальные черви или нет. Ну вот, как видите, хвост такой двойной. В данном случае там длина его 3,8 дюйма. Если в миллиметрах, то это 96 миллиметров. Резина съедобная. Имеет очень ярко выразительный запах. Не могу сказать конкретно чего, но пахнет довольно-таки сильно. Также в приманках используется соль, что немаловажно при ловле щуки, окуня. Особенно щука, если соленая приманка, то она ее сразу не пытается, так сказать, выплюнуть. И появляется большее время на подсечку. Данная приманка идеально подходит для поводковых оснасток, таких как дропшот, отводной, каролина и тому подобное. В основном использую либо дропшот, либо отводной. Особенно мне нравится игра приманки на отводном поводке. Перепутал. Не на отводном, а на дропшоте. При таких коротких рывочках удилищем спиннинга приманка совершает такие рыскающие телодвижения и довольно-таки неплохо играет хвостовой частью, поскольку резина очень мягкая, то есть хвостиком подыгрывает просто шикарно. В данном типа размере отлично ловится щука, но также попадается и окунь. На мой взгляд, такой, конечно, для окуня крупноватый, но у производителя есть и более мелкие размеры данной приманки. В упаковке их 5 штук. Осталось вот у меня 3 штучки после прошлого сезона. Ловил не так часто на джиговую оснастку. Но, тем не менее, смело могу всем рекомендовать к приобретению. Очень интересная приманка. Главное, что она ловит. И стоит сравнительно недорого. Спасибо за внимание. Видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.